Приветствую на канале Asmodee Play. Играем мы Человек-паук. Кварталы. Давайте продолжаем. Жителей грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся. Я в деле. Так, защищайте блокпосты Соболя в разных местах города для получения жетонов БАС. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок. Так. Да подожди. Я надеюсь, вы хоть что-то усвоили. Но вряд ли. Понятно. Только я не понял, мне с ними что, теперь еще и сражаться можно или как? Так. Я точно знал, что здесь кто-то был. Ай-яй-яй-яй, что-то какие-то беспорядки начались. Все. Назад, быстро! Ты в порядке? Я сказал молчать. Ждите здесь. Хорошо, что поздравляю. Не-а. Так мы в нашем дружном районе с людьми не поступаем. Подожди. А, вот как надо. Я в порядке, Лэй, и в безопасности. Но я волнуюсь за тебя. Так. Давай. Надеюсь, так будет и дальше. Я зайду, как смогу. Люблю тебя. Взять его! Понял уравнение! На. Выдвигаемся к цели. Нах ты, падла. Людей обижайте. Всегда выгнать Соболь из Нью-Йорка. Так, ладно, давайте, нам надо вот сюда базы. Ну что ж, я давайте пока сделаю это по-быстрому. Одну базу я с вами пройду, остальные, я думаю, вам будут неинтересны они, потому что в основном однотипные задания, эти дополнительные на жетоны, которые... А... Кстати, гаджет, где гаджет? Мне последний гаджет, а еще закрытый. Ну и все, у меня пока больше ничего и не надо. Все остальное у меня есть. Давайте одну базу с вами пройду. Какова обстановка в верхнем Чайнатауне? Нужна помощь на блокпост Фокстрот. Мы под огнем. Юрий, я заметил банду беглецов с острова Райкера. Они тут, похоже, плотно засели. Я пошлю отряд, но со всем этим сумасшествием не знаю, когда мои люди туда доберутся. Не хочу гадать, чем эти парни планируют тут заниматься. Я разберусь. Бомб! Прилепили. Хоп. Подожди. Что это за жизнь? Да как так получилось-то, что я себя выдал? Ты где здесь? На. А вы так ничего и не поняли. Так.
Да. Так. Где ты? Где ты? Я снова невидимка. Класс. Вытащили. Подожди. Так, новичков не обижать. Спать будете в две смены. Кто-то еще есть? Не. Человек-паук. Похоже, сбежавшие заключенные все еще держатся только своих тюремных приятелей. Это объясняет, почему они не объединились в одну общую большую банду. Они друг другу не верят. Это нам на пользу. Маленькими группами их проще выводить из строя и задерживать. Легко тебе говорить. Мне пора. Получи! Да, конечно. Подкрепление! Скольким же людям не терпится вернуться за решетку? Да. Подожди, бомбочка. На. На. А я не понял, чего у вас так много-то? Подожди. Не попадите к нему. На. Господи, а сколько вас здесь? Да лежи уж. Получи, козел. Что-то я не понял, а что мне здесь делать? Что за тренировочная база здесь?
Лагерь заключенных пройден, ну наконец-то. Че я хоть получил-то за него? Присылаю уборщиков. И скажи местным, что магазин снова открыт. Хорошая работа. Нашему городу не много. На огромный тюремный двор. Поднять и бросить вниз 10 врагов, совершить 5 бесшумных нокаутов. Ой, это мне вообще не надо. Что ж, ну следующий давайте я без вас пока пройду. Ну что ж, укрепление поломал, там оказывается еще есть дополнительные миссии. Это укрепление, это сосы вот эти вот. Вот они, блокпосты Соболя. Ну мы идем вот сюда. Давайте главные миссии посмотрим. Сделаем все-таки одну миссию на сейчас. И гоп. Давай. Ох, как меня выцеливают прямо-таки. Подожди. Это вот на самое высокое здание, да, я? Беглые заключенные напали на склад продовольствия. Проследуйте в Граммерси. Прием. Ну, пока не знаю. Соболь за мной охотится. Мне некогда. Так, капитан, я на месте. Давай. Носорог штурмует участок в верхнем Вестсайде. Электро в верхнем Истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Давай. Ага, все понятно. Ну давай, вон туда. К башне Мстителей. Постам, 10.43, полицейские под обстрелом. Нужно подкрепление в Брайанте. Подтвердите. Давай. Питер, есть время. Нам нужна помощь в одном из отделений пира. В ветеранском центре в Гарлеме? А что там? Люди с Райкера требуют еду и припасы. Персонал, заперся внутри, но долго не продержится. Мы с Майлзом поехали туда, чтобы вывести сотрудников. Мэй, не делай ничего сама. Встретимся в Гарлеме. У Мэй измученный голос. Надеюсь, она не больна. Но она надо болеет. Надо помочь Юре, а затем в Гарлем. Юра. Вот смотри. Тетка жертвую ради тебя. Давай. Юри, я рядом с участком в верхнем... Хорошо. Электро и демоны не дают продыху моим людям. Ситуация непростая. Увидишь сам. Умеешь ты... Давай. Юри. Так, что, помочь, что ли? Хищение в крупных размерах — норма для рынка продуктов. Тебе нужна еда, паутина! Попробуй все! На! Эй, ты забыл свой сечок в зубы! Подожди. На. Что-то я не понял, почему так. Прилипни. На. Подожди. Да блин. И... На. В воздухе подбил. На. Так, минутку. Так, его мы побили. И на, по голове. Нифига себе. Мне же еще и досталось. Вот вам и спасибо. Спецотряду прибыть на место массовых беспорядков. Давай. Вот так вот. Так, электро, значит. Это батарею, что ли, ему притащили? Мощный парень. Паршиво. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Юри, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить двоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Так.
Готовы решить все электрические демонические проблемы. Так. Подожди. На. На. Подожди, стой. Что-то я не то делаю. 5 трансформаторов. Если как следует замотать их паутиной, они перегреются. Надеюсь. Ну-ка. Ну-ка, стой. Еще 4 железки. А, так это не так уж и сложно будет. Сдохли, 3 осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Подожди. Ладно. Да стой ты. Кто там по мне стреляет все время такой? Отлично. Осталось 2. Да, тихо. На. Осталось 2. Где еще? На. Оп. Снизу где-то. Ага, целит меня. А где он? Так, дом мы освободили из ловушки. Полиция свободна, но демоны не отступают. Придется им помочь. На. Подожди. На. На. Подожди. Ой. На. Получи. Тихо. Воу-воу-воу-воу. На. Подожди, дверью его прикроем. Осторожненько. Поехали. Твои люди в безопасности. Что дальше? Иди в верхний вестсайд. Мы там спасаем гражданских, но нам мешает носорог. Он всегда мешает. Я иду. Блин. Телепортации-то нету. Нету, ладно. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Зэки пытаются выломать двери. Здесь Мэри Джей, мы пытаемся вывести людей через подвал. Но нам нужна помощь. Надеюсь, ты скоро будешь. Надейся. Мне сначала надо с носорогом расправиться. Потому что плохих парней что-то очень много стало. И хорошие стали плохие, и плохие стали еще хуже. Давай, через парк. Еще раскачка. Давай, немножечко. Опа, а мы здесь были. Всем постам, необходимо пресечь беспорядки. Происшествие у фаерхауса в Эдсайде. Успели проскочить, пока нас не засекли. Так, еще один полицейский участок. Тут носорог у нас. Носорог, рок, идет. Только у него костюм железный должен был носорожий, а не то, что у него, ну, в смысле, как робот. А у него тут броня. Это разные вещи. Тем более, он просто хулиганит. Давай, если баррикады падут, людям внутри придется худо. Веселее, мы их сломаем.
Давай-ка. На. И вот так. И немножечко так. Всех вломил. Подождите. Лежи. Теперь помоги на других баррикадах. А, вон как. У вас все устроено. На. Подождите. На. Что, не ожидал этого? И а где бандиты-то? А, бандиты вот они остались. Другая баррикада, идем, другая баррикада. Не. Неплохо. Где еще? Человек-паук наверх! Преступники стреляют на РПГ! Они разнесут здание! Бум! Не получилось, да? Не вышло у вас. И опаньки. Рад тебя видеть, паучок. Готов отступить? Давай-ка. Опа, 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 опа. И меня поймали. Перехожу к умиротворению. Обнаружители будут умиротворены. Ой-ой-ой. Блин, я не могу так сразу со всеми-то. И вырубили. Вырубили. Ой-ой-ой, за мной охота ведется прям таки. Так, еще одного вырубили. Да. Давай-давай-давай, ползи-ползи. Это что, распадет, паучок, начиная с этого места? Тихо, тихо, тихо. Порвали, да? Паутинку мою. На. На. Вроде как всех побил, нет? Юрий, участок в безопасности. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Ладно, отключаюсь. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. И спасибо. Ты дал нам возможность сражаться. Так.
Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме, помочь Мэй. Понятно. Ну что ж, на этом все. Наконец-то. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Где ты? Пока. Меня задержали. Как вы? Что происходит?